Доброго времени суток, друзья, с вами ВВ, и мы продолжаем играть в Payday 2. Немножко хочу, тут все почему-то у меня по-английски, не знаю, если вы смогли включить русский язык, расскажите мне как, потому что я не знаю. Очень как бы сложно все. Вот, inventory — это оружие. Вот сверху закладочки, как в любом месте. И тут можно переставлять, вот сначала вам дается костюм, потом за что-то отливаются бронежилеты. И вот двойной, вот видите, equipped, то есть он выбран, вот этот выбран. Мне больше всего нравится вот этот, потому что с ним можно бегать. Хотя, а с вот этим можно заходить в помещение, то есть камера его, по-моему, не палит. Вот такая штука. А с вот этим уже не бегаешь. Он уже такой медленный. Еле-еле. Так. Это все тоже открывается. Это взламывать электронный замок. Это аптечка. Это стандартная аптечка, дается в начале. Патроны. Я вот ношу обычно с собой патроны. Потому что аптечка такая фигня. Тебя поднимают, у тебя полжизни. Нормально. Это маски, мне неинтересно. Это опять маски. У меня маски вот эти выбраны, как вы видели на картинке. Пистолеты, вот смотрите, внизу есть. Самое главное — поставить себе глушитель. Как только он у вас появится. Глушителей, видите, много всяких разных. Но хоть какой-то надо поставить себе обязательно. Потому что есть миссии, которые нужно проходить только с глушителем. И без него никак. А остальное тут неважно, как бы. Так, оружие тут вот тоже вот, как бы, вот это, чтобы купить новое оружие, вот новый слот. И это все открывается, то есть на это у меня нет денег, это у меня куплено уже. Блин, нет, это у меня не куплено. Тут то, что можно купить, неважно. Я не хочу эти вроде ружья, они вроде плохие. И дробовик, вот этот дробовик, наверное, жесткий. Так, снайперки, это снайперки. Подвойные пистолеты надо скилл. Пулеметы, пулеметы, наверное, тоже надо скилл. И граната, это миниган, вот вообще, миниган такая, ух, установочка. Нет. Так, нет. И возвращаемся к тому, почти с чего начали. Это было инвентарь, а это скиллы. Скиллы вот внизу у вас звездочка, потом этот, вот это не знаю, 3-4, оно тоже идет. Вот нажимаю, ой, это можно изучить, но я не знаю, что это. Так, вон справа, вот здесь вот пишется, нужен... То, что он дает... А, это уже изучен, вот. Нужен на одно очко 56 тысяч денег. И второй уровень. Нужно 3 очка. То есть, вот это вот можно несколько раз прокачивать. То есть, вот это уже максимум. Больше нельзя. Видите, синеньким просматривается. А это можно еще прокачивать. Я так понял. Нет, это нельзя. Вот это можно прокачивать. Вон. Нужно 3 очка и 12 тысяч. И тогда 95% что-то там промили оружие. Так. Вот эти скиллы. На нее нажимаешь 2 раза, и вот yes, это ты прокачаешь. Только я не очень... Ну как, тут английская версия у меня почему-то. Мне тяжело, я так понимаю, но не сильно. Так, теперь, смотрите. CreamNet и CreamNet Offline. То есть вы можете играть без людей, вот это offline, net offline. То есть без интернета. И с людьми. Я люблю играть с людьми. Сейчас мы с вами попробуем. Классная в начале, классная такая заставка, где-то голову ему мешает. Я поставлю в начале, но наверняка придется удалить на него.
там музыка играет, на него будет YouTube ругаться, что авторские права. Наверняка. Потом удалить это дело. Так, сверху вот написано кто создал группу. Это все группы созданные, видите, вот кроме вот этих вот. Вот это вот здесь вот новую создать, вот здесь что-то создать, вот три штуки, четыре. Это все это. Вот если белое, то никто, никого нету. Ай-ай-ай, он начнет сейчас вредина начнет говорить. Не надо мне, чтобы он сейчас говорил. Так, сверху вот, смотрите, ник и сколько человек в группе. То есть вот, видите? Черт. Три человека в группе. И внизу написано, какая миссия. Вот, Nightclub, Dance Store, Uncrunchjob. Вот когда создаете, вот здесь вот, вот. Вот это взять новый контракт. И вот название этих: банк, 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 голд, банк, кэш, банк. И вот для DLC этот надо покупать. Просто так не поиграешь. Вот такая штука. А это кем? Ух ты. Кем вы играете? А, нет. С кем контракт? Неважно. Electric Day. Интересная штука. Я не листал еще. Это я все время то, что есть, брал. А ну, а если перелистнуть, будет другая это на картине? А, это... Угу, не будет. Здесь весь список. Так, давайте попробуем вступить в отряд. Вот эта штука классная, но это мне надо... Надо поменять этот на стелс. На стелс, что... Стелс. Мне надо бегать. Мне надо бегать и надо отмычка, потому что в патронах нет смысла. Там за 30 секунд сразу все гасится. Так. Так. В инвентаре. Так, в инвентаре мне надо поменять. Армор мне нужен вот этот, с которым я смогу бегать. Там надо бегать. И вот эта отмычка имеет смысл, а вот это, все остальное не имеет смысла, потому что там все по стелсу идет. Так. Где это? Где-то было. Вот. Shadow Raid. Сейчас попробуем подключиться. Наверняка люди не знают, как играть в эту фишку. Я сколько пытался, ни разу мне не получилось пройти. Надо найти три ящика с оружием, запаковать их в сумку и вынести за пределы базы военной. Это... Очень сложно. Такие интересные. Кто не знает. Ух ты. Голосок такой интересный. Человек тут рассказывает.
Эй, давай, пошли за мной, чувак. Да, вот сюда. Вот. Интересная штука. Я тут в этом месте еще не играл. А теперь сейчас постой, что мне делать. Мы сейчас будем на свидание. Он рассказывает, что делать. Keep an eye out for anything you can hustle out of there. The murky water containers are your best bet. Get them open. Не буду сразу вылазить, потому что не знаю, мало ли. Colombian, Bolivian, Mexican. Wherever it's from, it's ours now. Сумка относите. Я кокаина. Кто-то аптечку внизу поставил, вообще жесть. Так, вот это вот такой. Блин, не надо, не ставь, мы тут пропалимся. Let's try to have the drill do its thing without others coming near it. Lie down! Don't get ideas! No, nothing's up over here. Just, same old, same old. Let me see hands! Oh, стрелять нельзя. In 1 minute, make sure you're in it! Все, спалились. Why don't you use a spoon? Тут тоже надо три сумки собрать с кокаином. Видите, он loot the dead депо. Вон чувака завалили. Но тут вот сейчас за 26 секунд оно закончится. Все, это рестарт человек сделал. Правильно сделал. И надо выгнать того, кто без глушителя и кто начал стрелять, иначе не пройдете. Вот так. Это... Вот он рассказывает. Без глушителя вообще не вариант. But they're really just a private army of mercenaries and looters. This warehouse is bonded. Engage suspects is full of stuff shipped back from Iraq, Afghanistan, and wherever else those corn-fed crooks flex their muscle. Надо сделать потише, чтобы не слышно ничего. Так, ready я не нажал, да? Так, в принципе, у меня все начинается все в масках, да? Все как и там, только там надо. Во! Вот эту вот миссию я не было все время. Вот отсюда, вот она. Это, наверное, просто с другого входа. Ух ты, ух ты, ух ты, подгружается, блин. Сейчас меня спалят. Нет. Так, вон. Стоит, палит. Ай-яй-яй. Стойте. Be cool. Чуваки вообще не знают, что этот, что делать. Сейчас их. Cops. Be cool. Их полицейский спалит. Be chill.
There's a lot of stuff coming home. Weapons, ammo, and anything the Mercury elements can liberate. Check Mercury Waters containers. А, они опять там же, под землей. А я почему-то сверху. Я разбился. Ну ладно. Не допрыгнул. Там надо с разгону, и тогда попадаешь на контейнер. Это не меня палят. Он спалили, все. И меня спалили. Там под землей спалили чуваков. А где этот вход? Надо посмотреть. О, класс. Надо туда сходить. That's the first one, guys. Work it. Мы только одну сумку нашли, то есть не получится. Да. Так, ладно, выхожу я из этой команды. Потому. Вот, я вам показал немножко стелс. Можно залазить через верх, прыгать на контейнеры, а можно залазить там, оказывается, туннель, я этого не знал. Тоже интересная штука. Там кто-то говорил прокачивать веревочки. Есть у вас... сейчас я покажу. Так, давайте сыграем нормальную игру. Я не помню, нормальная игра как называется. Я не так много в нее играю. Она бесплатная на недельку. И я поэтому... The Big Bang. Вот этот головы, это сложность. А красная, это вот это 370 тысяч. Это куча денег. За красный дадут банк тест 200 тысяч. 200 тысяч, по-моему, можно. Здесь будет мессилово сейчас. Должно быть. Такое жесткое обстрел. Постоянный. Бегаешь, стреляешь, везде. Джиггернауты это такие черные с желтыми полосами. Чуваки. Так, где? Сверлим, охраняем, все в порядке. Тут все понятно. Держаться надо в этом уголке, можно вот здесь прятаться и отстреливать. Вот так вот бегать, как ребята, и стрелять везде не надо. Вот тут стоять надо возле дрели. И отстреливать тех, кто сюда будет входить. Вот здесь вот плохое место, то есть, ну, они вот заделали окно, вот, прикольно. О, блин, идут. Чёрт,
Сейчас стрелять будет. Я вот этого перепутал с этим. Тут тоже бегает. Есть тут ниндзя такой черный. С дубинкой наскакивает на тебя и начинает месить. Ничего ты не сделаешь. Так, у нас тут три человека наших. Так, надо взять этого себе, вот этого. Пускай он возле меня побудет. Охраняет замок. Чуваки сейчас помрут. Как он это сделал? Он на веревке спустился. Гениально, чувак. Есть. О, здесь чуваки. Так, пособирать это. Кто там стреляет издалека? Отлично. Еще одну дрель надо поставить. Блин, кто открыл эту дверь? Кому делать нечего? Газ ни в коем случае не заходить, вот там где зеленый, этот вот такой светлый газ, он убивает очень быстро, как с пулемета. Вай, блин, заходят чуваки, да? Так, черт. Мешает.
он убежал. Блин. Чувак. Щиты. Ну, сейчас уже зайдем, тогда я там сумочку поставлю. Ну, вошли? Вошли. Так. А если у меня есть сумочка? Так, Г. Г. Нет, нет, нет. Блин, нету сумочки с патронами у меня. У меня взламывальщик. Все, уехали. Отличная миссия. Там можно вскрывать ячейки. Все такое, но если на столе лежит, надо забирать сумки и валить. Если нет, ну, это можно несколько раз ходить туда-сюда за сумками. Набить много сумок. Две ходки. И так 185 тысяч я получил. Так, вот еще одна такая интересная штука. Это карты вот. Тут дают, вот глушитель вот здесь вот можно получить. Если вы его здесь не получите, то... О, оружие, отлично, мне какое-то оружие. Не оружие, а навык к оружию. Вот такая штука. Все. То есть вот такая вот игрушка. Всем желаю всего хорошего. До новых встреч. Это было Payday 2.